Но сейчас наш корреспондент Анна Кадырова выходит на прямую связь по телефону со встречи Михаила Прохорова с членами инициативной группы по выдвижению его кандидатом в президенты. Аня, Прохорова, слышно меня, да, Аня? Да-да-да. Аня, Прохорову сегодня надо собрать, как я понимаю, 500 подписей своих сторонников из инициативной группы, сдать их в ЦИК, и да, уже да, после да, того, как наверное. Его зарегистрируют, тогда уж собирать 2 миллиона подписей. Как идет процесс? Ну, пока Прохоров подписи не собрал. Более того, я могу отметить, что тот зал финансового университета, в котором все проводится, он не вмещает в себя 500 человек. Здесь от силы по месяцу 300. Но, тем не менее, огромное количество его сторонников стоит в фойе, ждет, пока начнется процедура сбора подписей. Пока Прохоров провел пресс-брифинг и выступил с вступительным словом, в котором отметил, что никогда не свернется со своего пути и никогда не будет идти на сделку с совестью, и никогда не будет предавать, и не предавал своих друзей, поэтому рассчитываю, что у него будет все хорошо. Далее, на вопрос Дождя, кто же его электорат, он ответил, что те 2 миллиона человек, на которых он рассчитывает, это средний класс, это главы семьи, работающие люди. Также он отметил, что привык к ярлыку, который ему прикрепили в СМИ и вообще в интернете, что он вроде как ставленник Кремля. Он говорит о том, что я отношусь к этому спокойно. И также отметил, что с того момента, как он объявил, что он идет в президенты, он не связывался с Кремлем, и с ним тоже никто не связывался. Он добавил, что со мной вообще лучше не связываться. Кроме того, в качестве первых шагов на посту президента, он, помимо помилования Ходорковского, он назвал, что он сказал, что он проведет обязательный перевыбор губернаторов по всем округам, также ведет уведомительную регистрацию политических партий и также уменьшит президентский срок до 5 лет. Ну и, конечно, журналисты не могли не спросить о будущей первой леди Прохорова. Он ответил, что ну, если это нужно для страны, то уже и готов жениться. То есть готов жениться? Да. Чего не сделаешь ради президентского поста? Да, совершенно верно. Сейчас начнется как раз процедура регистрации. Можете слышать на заднем плане. Хорошо, спасибо. Аня Кадырова со встречи Михаила Прохорова с членами инициативной группы.